Друзья мои, с вами Александр и канал новостей технологии ТВ-Инфо. Видимо, записанные мной два ролика по Яндексу эфира оказались недостаточными. Я выдержу паузу в полмесяца, посмотрел весь тот бред, который пишется о Яндексе, Яндекс.Эфире. И поэтому у меня возникло желание записать несколько уроков. Сегодня урок первый. Общие понятия. Итак, многие говорят, что Яндекс.Эфир – это то же самое, что YouTube. И да, и нет. В YouTube, чтобы начать вашу деятельность, вам нужно 4000 часов просмотров и 1000 подписчиков. В эфире, чтобы начать вашу деятельность, вам нужно раньше было 50 тысяч просмотров. Подписчики не так важны. Сейчас 10 тысяч. Очень много заблуждений и очень много разговоров о кнопке для бабла, что в Яндекс.Эфир ты вошел, нажал, разместил 3 ролика, один ролик там пошел в 40 тысяч, и ты уже миллионер. Вот это все ерунда. Полная, по-русски говоря, ерунда, блеф. Далее, никаких миллионных заработков в Яндекс.Эфире не существует. Просто потому, что Яндекс.Эфир не так давно существует. Масштабы Яндекс.Эфира в основе своей российские, масштабы Ютуба общемировые. Пока этот забор не преодолен, и как он будет преодолен, покажет только время. Миллионные заработки. Нет таких. Вот люди рассказывают. Не читайте советские газеты и не смотрите, что написано на заборе. Не всегда то, что написано в советских газетах и написано на заборе, является правдой. Далее. Быстрый способ обогатеть, как написано на наших сайтах. Нет. Не быстрый способ обогатеть. Что нужно? Нужны хотя бы пару-тройку сайтов ваших, на которых вы будете делать обратную связь, то есть размещать свои ролики. Сайты хоть с какой-то историей, желательно с год. У меня таких 20, и их истории за 15 лет. Далее, что нужно для заработка? Нужен вот здесь, в видеохабе, зарегистрироваться, получить свой аккаунт. Далее, провести регистрацию в Яндекс рекламной сети и здесь получить аккаунт. Когда у вас будет два аккаунта, вы сможете начать работать. Сразу говорю, один канал вам ничего не принесет. Я, работая, занимаясь этой темой с августа этого года, зарегистрировал 5 каналов. Раскрутил пока один. Вот канал новостей и технологий у меня монетизирован. На раскрутку канала ушло около 2 месяцев. Полную раскрутку, то есть вот, чтобы вы понимали, вот на данный момент, я вам просто покажу, на данный момент я получил вот этот акт, счет на оплату. Это называется полная раскрутка канала. Чтобы вам было ясно. Значит, за эти 2 месяца, месяц надо отрезать, полтора месяца надо отрезать на получение 10 тысяч просмотров, а то и 2, в зависимости от того, как работать. И, соответственно, где-то вот с сентября, нет, с конца августа и вот по началу февраля я заработал 6 тысяч рублей. Вот это правда, остальное все демагогия. Далее, получив аккаунт в Яндекс рекламной сети и получив видеохаб Яндекс Эфир, вы можете начать работать. Но работа сложная. Первую часть, 1,5-2 месяца, вы будете наполнять, вот сейчас я раскручиваю второй канал, будете наполнять канал содержимым. Другими словами, видеороликами. У вас будет много проблем.
их надо будет закачивать. Если у вас есть канал в YouTube, то вам это поможет. Покажу на примере одного ролика. При закачке обязательно оформлять. Сегодня у меня, к сожалению, идут проблемы. Оформлять название. Вот здесь писать содержание, хоть какое-то описание для поисковиков, выбирать категорию, возрастные ограничения и, значит, еще делать обложку. Тогда это будет помощь для того, чтобы раскрутить ваш канал. Еще один момент. Каждый раз, когда вы будете получать видео, которое вам будет утверждено после модерации, у вас будет кнопочка «Поделиться». Смотрите. 4 соцсети. Значит, на этапе получения 10 тысяч просмотров советую вам каждый день все ваши видео заливать в соцсети. Возможно, даже просить друзей делать то же самое с их компьютеров. Тогда это будет происходить быстрее, потому что в соцсетях, особенно обратите внимание на Одноклассники, очень много просмотров. Заводите свои аккаунты, это вам поможет. Но вот это мнение по поводу того, что зарабатывают в Яндексе в первую очередь на просмотре видео, ну, на фоне моих нескольких месяцев работы, это неправда. Да, на просмотре видео зарабатывают, но главное, на чем здесь зарабатывают, на аккаунте в Яндексе рекламной сети. Вот это правда. Начнете вы зарабатывать, вот я сейчас средне от 72 до, у меня были даже показатели до 200, день, это да. А начинал я с 0 рублей, рубль 50 копеек. Это длилось 1,5-2 месяца, пока не пошла хорошая работа. Когда появились и те, кто начал смотреть. И самое главное, когда все было отлажено. А отладка у вас будет происходить в первую очередь вот в этой рубрике «Продукты», где вы будете работать с тематическими площадками, это на своих сайтах размещать рекламные блоки, а их совмещать с размещением видеоблогов, на чем вы будете зарабатывать основную 80% сумму своих доходов. Вот это позиция первая и третья. Об этом мы будем говорить в других уроках. Поэтому заработок в Яндекс.Эфире – это заработок рыбака. Долгая, упорная, тяжелая, многомесячная работа, при том, что в первые месяцы будет либо отсутствие рыбы, либо маленькая рыба. Рыба появится на середине второго месяца, когда вы соберете 10 тысяч просмотров. Что в плюсе? Яндекс.Эфир только начинается, в отличие от Ютуба. Поэтому первые блогеры, которые попадают сейчас, они, скажем так, в начале пирамиды, назовем ее так. И к ним больше внимания, больше истории, больше всего. Поэтому регистрируйтесь и начинайте работать, если у вас есть терпение.